Здравствуйте, Виктор. Это видео про ваш объективчик Юпитер 9 с переходничком, с одуванчиком Лушникова. Вот работа диафрагмы. На диафрагме есть немножечко масла, но это на съемку никак не влияет. Таким объектив достался мне от прежнего хозяина, как я вам уже говорил. Вот переходничок, который я накрутил. Сейчас я проверю на моей камере. Я запрограммировал фокус на расстояние 85 миллиметров, диафрагму 2.0 и время входа в режим программирования также изменено до 1 секунды. Фокусировочка мягенькая, на бесконечность тоже сохраняется. Все прекрасно работает. Сейчас я упакую объективчик и отправлю его вам. Он мне достался вот в таком родном кофре, немножко сверху заклеенным по причине трещины на крышке. В нем же я и отправляю его вам. Спасибо за покупку и спасибо за внимание.